Лещина. Блять, опять без микрофона, блять! Я все это время разговаривал. Ну, пиздец! Точнее, без стрима 10 минут сам с собой разговаривал, получается, да? С кем-то. С кем-то. Че за усач? А, да Лукас. Лукас побрился. Он сделал какие-то огромные усы и побрил голову. Зачем, Лукас? Это пиздец. Хотели, чтобы я так же сделал? Вот это видок Лукаса. Сколько бы мне предложили за то, чтобы я так тоже сделал? Сколько бы вы мне предложили, чтобы я ходил с такими усами, да? И полностью, ну, фул, максимально короткая стрижка. Привет, я смотрю, ты продался Казику и оделся как ковбой. А за сколько оденешь трусы на голову? То есть это одно и то же, да? Я не продавался, мне ни копейки за это не платили. Ты даже этого не видел на стриме, ты этого нигде не видел. Ну, типа на моих каналах каких-то. Ты видел там, не знаю, в моем там инстаграме, в моем телеграм-блоге, на моем основном канале. Даже на этом канале этого не было еще. Мне просто понравился этот костюм. Мне не заплатили буквально ни одной копейки. То есть даже ни одного цента. Вообще ничего. Это одно и то же. Одеть ковбойский костюм, который качественный. И ты видел, что он качественный. Ты видел в том видосе. И одеть трусы на голову. Это значит одно и то же, правильно? За сколько бы денег подрался против кенгуру? Ну то есть, если тебе пришлют качественные трусы от один вин, то ты их оденешь даже не на голову и прорекламишь. Нет, тогда, блядь, в смысле? Тогда ролик в трусах и шляпе. Даже не на голову, а типа, подожди. Окей, посмотри, если мне прислали бы качественные трусы от один вин, то я бы их надел, только я бы не стал бы снимать их ролик, очевидно, ну, типа в трусах. Блядь, ты зачем? Надеть-то я бы надел, но ролик бы снимать не стал, ну, в трусах, типа, я не снимаюсь голым, это не мое амплуа. Не, вообще, как можно быть зашкварным, вот, как можно такую хуйню списать, как можно быть зашкварным, надеть качественные вещи просто, типа, да, это зашквар называется. Типа, хейтеров плавит, как это может быть зашкваром, надеть что-то просто качественную вещь, типа, в чем тут зашквар, блядь? Как такое может быть, ну, типа, как? Это невозможно обосновать, ну, просто такой пустой базар. Не, позиция. Ба-б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 а
двигаются. Dead men tell no tales. Dead men tell no tales. Guys, вы меня поняли? Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба! Ну что, мистер Единица? Ты человек? Я гандон ёбаный, он выкинул семерку, когда я не ставлю на 7 перед 10. Ганнище! Фак ю! Кукарико! Как мне их па-па-па-па-па добрать? Как же мне их поднять? Как мне их па-па-па-па-па-па добрать? Как же мне их просто поднять? Как же мне их па-па-па-па добрать? Я не пойму, как мне поднять ногу. Dead man tells no tales. Ты чё, дурак? Да я! Тарас! Тарасина! Прощавайте. Про
прощавайте, любі глядачі.